Сегодня у нас 29 июля 2017 года. Вот привезли еще КамАЗ песка. Сейчас придется заснять, сходить туда. Номер 976 ХВУ, 22-й Алтайский край. Вот он, приехали. Уже привезли два КамАЗа сегодня. И вот это сейчас третий уже. А может и больше уже привезли. Или три уже. Слава Богу. Один вон с этой стороны заехал, другой с другой. Добрый день. А Игнать Иванович, мы, это, он говорил вам, куда свалить? Никого не делал, есть сам. Он в баню сейчас пошел. Никого не сказал, он куда валить. Или вот он может бы потолковать его. А, трактор-то придет ножом еще. Его бы ножом туда задвинул, а мы никак там не вывалим на трассе. А мы вот там место освобождали, он думал, что вы там свалите. Ну вот так. Одну машину, еще две сейчас придем. Мы же еще с грузом. Добрый день. Вот туда, да. Вот туда. Ну да, он, мы здесь вот подтыкали, что если песок посыпется, чтобы он уперся в доски. А он как грейдером возьмет оттуда? Да кто его знает. Может, мы будем подкидывать, не знаю. А, ну только. Ну давай, разворачивайся. Жень, сюда вот. Так она повысится на краю там. Ну пускай лежит на краю. Я что ему? Вот сюда немножко. Больше по-другому-то никак, да? Взад он у нас не сыпет. А взад что толку мы будем сыпать? Вы не проедете вообще здесь туда. Кто здесь брыкнет, там мы не проедем. Мы сейчас еще две машины проведем. Пять машин уже прокатывал. Я вот эту выварил. Тройка. А, Роман? Понятно. Рома зовут, ну. Ну, он сейчас только в баню пошел, то есть его сейчас уже пока помоется. Видели, какие корни достали? А? Корни видели, какие мы достали тут? Бульдозер, ну. А он такой старенький, правда, еще. Еле-еле. Пока корешки все не подорвал, только тогда вытащил его. А так пытался напрямую. А что вы здесь зачем? Тут ты что ли живешь? Ну это наш домик, но это. Мы здесь глину брали, чтобы дорогу поднять. Там же яму. Там глину брали. Да, да, да. Тут же бугор большой был. Все понятно. А там яма была, ну вот засыпали бульдозером.
говорит, потом задом нам будет надо отсюда пихаться. Угу. Говорю, что подальше надо? Все, нормально все. Он рассчитываться-то как? Сразу к вам? Нет? А вот я есть сейчас сразу. Нету. Ну, значит, приедем, рассчитаемся. Еще приедете, да, сейчас? Сейчас мы еще приедем. Ага, ну все тогда. Часа через два я. Ага. Сейчас загрузим. Как раз он вымылся. А вы как это? В начало вывалили там, да? Да, вот, ага. Вот, вымыл. Вот, сейчас еще приедем два, как раз вы вашу полтину туда сюда. Угу. Вот я привозил. Ну да, это я помню. Ладно.